В каменные постройки городов природа протягивает свои зеленые руки. С приходом весны это чувствуется особенно ярко. Люди чаще выходят на улицу гулять, чтобы насладиться хоть еще и прохладным, но уже весенним воздухом. Городские пейзажи мало кому интересны. А вот прогуляться среди распускающихся деревьев согласится немалое количество брещан. Ранее подобные акции проводились в одном из лесничеств Брестского района. Теперь любой горожанин может сделать свой город более зеленым, а значит и более красивым. Это традиционная акция. Она, истоки свои она берет еще с 2009 года, принимая участие в республиканской акции «Неделя леса». И из года в год мы пытаемся ее несколько видоизменить, а расширить. Сегодня, вооружившись лопатами, волонтеры и сотрудники ЖКХ посадили более 40 берез в микрорайоне Дубровка. Участники акции убеждены, если каждый человек посадит хотя бы одно дерево, это существенно отразится на экологии планеты в целом. О том, как повлияет высадка деревьев в Бресте на экологию всей Земли, конечно, трудно представить. Но то, что для родного города это важно, сомнений не возникает. Я считаю, что данная акция – это экологическая. Проект не только для самого города и одного района, а для страны, потому что одна маленькая посадка деревьев помогает нашей стране избавиться от экологических проблем. Ну, например, одно дерево – это 60 килограмм бумаги. Ну, в городе практически не хватает озеленения. Вот. Здесь, как бы сами видите, пустырь, район новый, поэтому это очень важно для такого нового района засадить деревьями. Вот. Ну что, мы стараемся, пытаемся улучшить. Видите, тут еще очень много места, где можно посадить кучу растений. Некоторые волонтеры уже не первый раз участвуют в подобных акциях. Они уверены, хорошие традиции нужно продолжать и развивать. Ведь каждое дерево – это след того, кто его посадил. Полина Филиппова – самый юный участник мероприятия. Несмотря на возраст, девочка уверена, проблемы экологии должны волновать каждого человека. Я пришла с мамой садить деревья, потому что это важно. Деревья дают кислород, а кислородом мы дышим. Зеленый фонд – неотъемлемая часть единой экологической системы города. Всего этой весной в Бресте запланировано посадить более 100 деревьев. Помимо того, что это придает городу эстетический вид, главное все же не это. Гораздо важнее оздоровительная роль зеленых друзей.